Этот фильм представляет собой адаптацию библейских историй. Внимание! Фильм содержит сцены насилия. Ранее в сериале. В начале времен Бог создал небо и землю. Адам и Ева ослушались Бога, вкусив от запретного плода. После, с тех пор, как Каин убил Авеля, Бог видел много зла в человеческом сердце. Бог дал мне знак и велел построить ковчег. Он очистит землю, чтобы начать все снова. Авраам. Бог говорил со мной. Иди в землю, что я укажу тебе. Я дам тебе потомство, многочисленное, как звезды. Ты родишь мне дитя. Но как? Я стара. Авраам, земли не хватает для всех. Нас слишком много. Пусть каждый идет своим путем. Что случилось? Их было так много. Что с Лотом? Он жив. Их держат пленниками. Как я могу вести людей, если не смог увести собственную семью? С нами Бог! Авраам, мы последуем дальше в Содом. Он будет уничтожен. Целый город. Вы уничтожите праведных вместе с грешными? Авраам, где жена твоя? Хоть Сара и бесплодна, она родит тебе сына. Ты наречешь его Исаак. Бог ждет от меня жертвы. Разве я не доказал свою веру? Авраам! Библия. Почти 400 лет прошло со времен Авраама, когда голод погнал израильтян из обетованной земли в Египет. Фараон обратил их в своих рабов. Авраам и Бог стали лишь далекими воспоминаниями. Теперь израильтяне мало чем отличались от рабочей скотины. Но не все. Моисей. Ты больше не должен драться. Выбора нет. Он сын фараона, мама. Пора положить конец их ссорам. Моисей не хочет драться. Это твой сын его принуждает, чтобы проиграть вновь. Ты в любимчиках у моей сестры, но я стану фараоном. Я стану богом! Прошу. Сражайся! Я приказываю! Моисей! Довольно! Он забыл, где его место! Это ты начал поединок! Я стану фараоном! Тогда веди себя, как подобает. Зачем ты ей позволил приютить его? Замолчи! Ты не один из нас! Я сказал молчать! О чем он говорит? Пришло время сказать правду. Ты иди со мной. Мама, о чем он? Мама! Моисей. Для меня ты родной сын. Но ты не моей крови.
Ты рожден рабом. Отец убил стольких детей. Он боялся мятежа. Твой народ был слишком многочислен. Мой народ? Я спасла тебя. Твои родные живут не в замке, Моисей. Они рабы. Израильтяне. У тебя был брат Аарон. И сестра Мириам. Они не такие, как мы. Они поклоняются Богу Авраама, но он давно оставил их. Вот тебе рубаха из шрамов! Сам спрячу тело. Господин, это амулет Моисея. Прикажешь разыскать его? Нет. Пусть бежит. Он нам не опасен. Это твоя новая жизнь, Моисей! Теперь ты ничто! Ничто. Гора Синай. 40 лет спустя. Твои родные живут не в замке, Моисей. Ты не один из нас! Они поклоняются Богу Аврааму. Зачем ты ей позволил приютить его? Но он давно оставил их. Я стану фараоном! Это я. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Истинный Бог? О, да. Я видел страдания моего народа.
Ты пойдешь к фараону, чтобы вывести его из Египта. Но как освободить его? Я буду с тобой. С твоей силой я освобожу свой народ. В Египте на трон взошел новый правитель. Старый соперник Моисея стал фараоном. У тебя будет много таких. Настоящих. Здесь все как прежде. Всюду страдания. Эй, слышишь? Иди! За работу! Стой! Стой! Прошу! Он все сделает, господин. Что ты делаешь? Хочешь, чтобы нас наказали? Кто ты такой? Что тебе здесь нужно? Мое имя Моисей. Моисей? Так ты Моисей? Проводи меня к старейшинам. Что ж, пойдем. Он назвался Моисеем! Сбежавший принц. Тебя искали за убийство. Если ты тот, за кого себя выдаешь, зачем же ты вернулся? Бог послал меня. Я пришел дать вам свободу. Тебя послал Бог? Да, Бог велел мне идти к вам. Вы забыли о Боге? Даже если так, Он не оставил вас. Если вдруг ты не помнишь, фараон, вот Бог, которого мы страшимся. Ты думаешь, что Он позволит нам уйти? Кто сотворил землю? Море, небо. Кто создал всех нас? Фараон? Или Бог? Ты безумец. Нет! Это не так! Это мой брат. Аарон. Моисей! Бог послал мне сон. Я знал, что ты вернешься. Это Мирьям, твоя сестра. Брат мой. Мои дети. Моя семья. Мой народ. Наш народ. Божий народ. Божий народ! А ведь это правда, что...
Прежний фараон благоволил к тебе, но теперь трон перешел к его сыну. Да тебя к нему даже не пустят. О. Он выслушает меня. Это твой сын? Наследник. Наша династия будет править вечно. Зачем ты пришел, Моисей? Чтобы молить о прощении? Нет. Бог спас меня не случайно. Да? Я требую, чтобы ты освободил его народ от рабства. Требуешь? Отпусти мой народ. Ты всегда умел драться, Моисей, но не признавать поражения. Если ослушаешься Бога, будешь наказан. Ты вернулся после стольких лет, чтобы угрожать мне? Скажи, это твой невидимый бог собрался наказать меня? Бог, покинувший свой народ? Тот, что бежит от своих обязанностей, от прошлого, от своей семьи? Так кто же здесь бог? Это я бог! Я бог! Моисей, ты разгневал фараона. Он накажет нас. Стой, будет хуже. Бог говорил со мной. Он заставит фараона слушать. Если придется. Что нам делать? Сестра, ты и брат. Все вы. Верьте в Бога. Фараон теперь далеко. Он не послушал тебя, стоявшего в пяти шагах, не станет слушать и теперь. Увидишь. Погрузи посох в воду. Отпустишь мой народ. Скорее, господин!
Пошли вон! Вон отсюда! Вот, возьмите! Моисей! Сомневаешься, Иисус? Всю свою жизнь я прожил в рабстве. Я больше не хочу быть рабом. Бог с нами. Это только начало. Господь пошлет 10 казней, чтобы заставить фараона передумать. Отпусти мой народ. Нет. Нет! Нет! Саранча! Спрячься! Повелитель! Нет! Заставить для нашего народа. Нет, нет, что ты несешь, он не мог нас заставить. Моисей, каков ответ фараона? Теперь-то он одумался? Нет. Он отказал. Опять? Отступись, Моисей, пока не поздно. Казни продолжатся, пока он не уступит. Что с тобой? Грядет последнее бедствие. Ангел смерти уже близко. Смерть ждет каждого первенца. Нет. И у нас? За что он карает нас? Смерть посетит все народы. Дети, не бойтесь. Я с вами. За что? Да что же я такого сделала? Друзья! Нет, нет. Мы можем избежать Божьей кары, только если исполним все, что Он велит нам. Не пролейте! Мы должны отметить кровью каждый из наших домов. Израильтяне отметили кровью ягненка двери своих домов. Это означало, что они Божий народ. Мы обещали людям свободу, но Бог посылает нам лишь смерть. Мы должны верить. Начинается. Мы все умрем. Не бойся, сынок. Будь милостив. Фараон не внял тебе. Вина за горе его народа падет на его плечи. Когда-то это был мой народ, Иисус. Свобода дается дорогой ценой. Смерти увидел, что дома израильтян отмечены кровью, и прошел мимо.
Почему? Почему рабы-израильтяне живы, когда мой сын мертв? Прочь. Вставай. Иди. Прочь из моей земли вместе со своим жестоким богом. Договор, что Авраам заключил с Богом. Мы будем жить в обетованной земле. Наше потомство превзойдет числом звезды. Пусть Озирис встретит тебя в царстве мертвых и посадит подле себя. Сын мой. И все это по вине рабов. Клянусь тебе, стоя перед тобой, что я верну израильтян обратно. Они построят тебе гробницу, какой не видел мир. А тело Моисея я зарою в ее основании. Великий исход. После 400 лет рабства израильтяне свободны. Не могу поверить, что фараон отпустил нас. Но это так. Ведь так повелел Бог. Лишь безумец пойдет против воли Божией после 10 казней. Красное море. Брат, что теперь? Брат! Бог укажет нам путь. Моисей, зачем ты привел нас сюда? Бог привел нас сюда. Бог не сказал, как нам перейти море. Египтяне, там, на холме! Где же теперь твой бог, Моисей? Они в наших руках! Вперед! Моисей! Колесницы! Они здесь! Египтяне! Глупец! Что нам теперь делать? Или в Египте не хватало кладбищ, что ты привел нас умирать сюда? Ведь теперь всех нас ждет смерть!
Отвечай! Моисей! Господь, не верю, что ты уготовил нам такой конец. Ты посеял ужас в сердца наших недругов. Отвел смерть от наших дверей. Старик! Пошли!
Моисей не бог, фараон. Есть только один бог. И он здесь. С нами. Народ! Господь избавил нас от рабства! Мы свободны. Вы ждали так долго. Я знаю. Но наш путь только начинается. Мы должны верить Богу. Следовать Его дорогой. Моисей ведет израильтян на гору Синай, где Бог говорил с ним, приняв вид неопалимой купины. Законы, записанные на камне. 10 заповедей. Иисус! Господь! Подтвердил обещание, данное Аврааму. Наш новый закон. Мы должны быть готовы к жизни в земле обетованной. Если будем верны Богу, Он сдержит обещание. Сон Авраама. Наше будущее. Ты – это будущее нашего народа. Ты должен взять то, что обещано Аврааму и всем его потомкам. Многочисленным, как звезды. Сорок лет спустя. Господь, я был с Моисеем, когда он получил Ковчег Завета. Я свидетель договора, заключенного с избранным народом. Помоги закалить его. Вернуть ему землю, что принадлежит ему.
Господь вывел нас из Египта. Привел к этой земле. Вскоре она станет нашей. Да. Вы готовы? Мы обыщем весь город. Найдите подступ. Мы должны взять Иерихон. Тогда обетованная земля станет нашей. Далее в сериале. Иисус! Враги дрожат от страха. Они знают, что Бог с нами. Да, Бог с нами. Бог разделил море для Моисея. Для тебя он разделит камень. Иерихон наш! Да! Если внемлешь Богу, победа будет твоей! Бог даст тебе сына. Твоя сила от Бога, Самсон. Ты рожден, чтобы прогнать филистимлян. Чего ты требуешь от меня? Отвергнуть ту, которую я люблю, от того, что она филистимлянка? Мы должны проучить этих израильтян. Они не смеют жить с нашими женщинами. За мою жену! Как твое имя? Мое имя Далила. В чем твоя сила? Со мною Бог Далила. Он дает мне силу. Если я обрежу волос, Бог лишит меня всей моей силы. Твой Бог покинул тебя и отобрал у тебя силу. Теперь он велит мне уничтожить вас! Друзья, наш канал нуждается в вашей помощи. От чистого сердца вы можете помочь в распространении христианской веры. Подробная информация указана в описании к видеоролику. Спасибо вам. Да благословит вас Бог. Аминь.